для себя внимана, мне надумана. Команда манграфа, банка, зомби, там бетон. Игриво так по кабакам. За браваду тот топил, пик до капитана. Капала менее добитыми насыпал груз. Дела вилля, лайфа, чё не фонтан.
Вот так, сейчас я буду тут. Конечно же, вот так вот с проволоки вот это вот кольцо делается, это хреново, что с проволоки, потому что он до земли провисает, вот так вот, да, попадается.
провисает до земли рябчик. И его могут съесть и соболи, лисы, собаки. Бродячие собаки бегают сейчас здесь. А когда вот так вот, сейчас я вам еще покажу одну петельку, тогда все нормально будет. Сейчас я покажу, там с пихты я сделал ловушку. Это как бы дедовский способ. Это уже современный сейчас вот с проволоки. А то дедовский способ. Сейчас я рябчика буду снимать. И получается вот такая вот хорошая ловушка на рябчика. В общем, можно не пропасть в лесу с подручными материалами. Можно сделать петельки, можно с веревочек, с ниточек, и будешь добывать мясо. Все, всем пока. С вами был Fisherman Hunter. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Только посвистел, прилетел рябчик недалеко от петель.